Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, и сегодня я записываю очередной видосик по нашей всеми любимой игре. Сегодня у нас необычное, можно так сказать, видео, такого плана я ничего еще не записывал, где бы я открывал какой-то промокодик, в котором было бы что-то хорошее, но сегодня-таки наступил этот день. Кто смотрел, ребят, стримы, тот знает, что я очень хвалил комплектик, если его можно так назвать, спецпредложение Canyon, с этой очень божественно красивой красочкой. И таки сегодня я на свой аккаунтик открою промокодик с данным спецпредложением и посмотрим вообще, что у нас в нем будет. Данный промокодик мне скинули ребята из ТТП на одном из стримах. Я очень-таки хвалил данную красочку, данное спецпредложение, что все очень-так красиво сделано. И эти ребята сказали, что вот нам уже, у нас есть эти краски, у нас есть эти промокоды. И в скором времени то, что у одного там из игроков будет еще один промокодик, и сказали, что мне его дадут. Я, конечно же, не поверил и не думал, что оно все так будет. Ну и, в принципе, настал тот момент, когда данный промокодик уже у меня. Все это получилось очень-таки неожиданно, и я бы сказал, до конца я не мог поверить, что такое может быть, в принципе. Но все-таки прошло время, и ребята скинули мне промокод. Я не могу их, конечно же, не отблагодарить за это, но это, безусловно, очень круто. Что вот такой вот промокодик, безусловно, я в игру не доначу, и для меня данное, даже можно сказать, не в промокоде главное, не те контейнеры, которые я сейчас получаю, их целых 10 штук, 70 тысяч кристаллов. Конечно же, это красочка, которая для меня была очень-таки красивой, и которую я, безусловно, хотел получить на свой аккаунтик. Как вы знаете, я в игру не доначу, поэтому такое спецпредложение, да и вообще, в принципе, что-то связанное с донатом у меня не могло быть вообще, в принципе, на моем аккаунте. Ну вот такие ребята сказали, ребята пообещали, ребята обещания выполнили. Поэтому я, безусловно, их благодарю. Обкатаем такую вот каточку пятиминутную. Поговорим сегодня о грядущих скидочках, которые у нас будут уже в эти выходные. Начнется все с скидочек на гараж. У нас будет скидка на пушки, на корпуса, на устройство. Безусловно, также скидочки у нас сейчас проходят в магазинчике, но они меня, безусловно, не интересуют. Ну, а все замкнет в воскресенье скидками на МПК, так что, безусловно, ребятки, прокачивайтесь и зарабатывайте кристаллы, пока у вас еще есть такая возможность. Ну, а я быстренько сменю модуль на 25% и постараюсь за 4 минуточки набить как можно больше кильчиков вот в таком вот режимчике. Что бы я хотел вообще еще сегодня, ребят, порассказывать, так это то, что, наверное, вы уже видели, если вы следите за моим каналом, то, что потихонечку популярность, можно так сказать, растет, если можно назвать это популярностью. Мы достигли 2000 подписчиков, и, безусловно, я не могу за это отблагодарить вас, то, что вы интересуетесь, смотрите, подписываетесь, приходите, выигрываете контейнеры, безусловно, есть и такие, которые приходят именно такие за призами, и я не могу как бы не быть радом, может быть, так можно выразиться. Этому, безусловно, подписчики растут, активность увеличивается, и, как вы понимаете, для каждого ютубера это является главным фактором. И пока я думаю, что в скором времени я запущу еще какой-нибудь такой масштабненький конкурс, потому что вы все уже, я думаю, знаете, что у нас было два таких, можно так сказать, масштабных конкурса для меня. Один у нас проводился на 300 тысяч кристаллов, второй у нас был на 18 контейнеров, и я думаю, что надо замахнуться на что-то побольше, на что-то поинтересней.
И, наверное-таки, давайте в этом видосике мы еще откроем эти 10 контейнеров. Я думаю, что это будет интересно посмотреть вообще, что нам сегодня может выпасть. Откроем 2 по 5. У нас, как вы знаете, вышло такое вот новенькое обновление. Сейчас давайте еще немножко покатаем. Каточка закончится, потом будем открывать контейнеры. Вышло обновление новое, то что теперь с контейнеров могут выпадать скины на ХТ вооружение, на XD вооружение. Также могут выпадать горы просто кристаллов. При красном свечении это 1 миллион кристаллов. При синем свечении это полмиллиона. Нет, или не полмиллиона, а 300 тысяч кристаллов. И при зеленом свечении 100 тысяч кристаллов. То есть это огромные бонусы для игроков. Безусловно, так часто они не будут падать. Но, безусловно, шанс выпадения данных призов есть. Также и скины ХТ можно выбить. Ну а что касается шанса по именно таки этим скинам, я думаю, шансы очень-очень такие маленькие. Прям, я думаю, их можно сравнить с заданиями, которые у нас выпадали тогда, буквально где-то годик назад, на эти все ХТ вооружения. Поэтому, безусловно, выиграть можно, вернее, даже не выиграть, а выбить, но на это нужны контейнеры, как можно больше контейнеров. Ну и, конечно же, удача, рандом не щадит никого, бывает, конечно, кому-то везет, но в последнее время я могу сказать так, что плохих контейнеров, именно таких контейнеров с белым свечением, с зеленым свечением падает очень много, но хороших контейнеров не падает. Все-таки частота и вероятность выпадения чего-то хорошего сейчас намного меньше, чем было раньше, так как и всяких красочек и всему тому подобного было меньше. И в принципе, разработчики тоже уменьшили шанс выпадения чего-то хорошего, я имею в виду именно анимированных красок, потому что это все-таки, можно сказать, бизнес такого рода. Проект зарабатывает деньги на этих контейнерах, и, безусловно, не всем должно вести прямо сразу. Безусловно, есть везунчики, которым падает, но, а по большей части, конечно, многим игрокам не везет. Поэтому каточка у нас заканчивается. Набил я тут мало киллов, потому что балаболила не играл. Но, в принципе, сейчас переходим к открытию контейнеров и посмотрим, что же нам сегодня выпадет. Открываем гаражик. И начинаем открывать контейнеры. Думаю, открою сначала такие 5 контейнеров по одному и потом 5 контейнеров сразу. Давайте начнем с первого. И у нас падает 3500 кристаллов, потому что я заметил, что кристаллики сразу прибавились. Думал только, какое количество. Второй контейнер, синее свечение. Краска космос. Неплохо, красиво. Красиво, красочки мне, можно так сказать, давно не падали. Данная красочка, можно так сказать, красивенькая такая вот она у нас имеется. Четенькая. И это всего лишь только второй контейнер. Я думаю, что что-то красивое сегодня у нас еще выпадет. Поэтому, ну, конечно, краска Герой Каньон просто офигенная такая. Четенько анимированная. Поэтому, в принципе, надо переходить дальше. Переходим дальше. И белое свечение. 125 двойной защиты. Еще два контейнера по одному мы сегодня откроем. И это опять белое свечение, опять ускорение. Вы видите, что частота выпадения чего-то хорошего очень-таки низкая. Вот только один контейнер выпал синенький. Три у нас выпало белым, с белым свечением. И еще одно белое свечение, еще кристаллы, 3500. И сейчас мы откроем сразу же 5 контейнеров. И, в принципе, плавно будем переходить к концу данного ролика. Ну и будем надеяться, что что-то хорошее выпадет, потому что когда нам выдавали контейнеры за безумные выходные, тогда я открыл тоже сразу 5 контейнеров, и в последнем контейнере, в пятом, мне упала такая вот очень оперативная и очень красивая красочка, как Вечность. Многие игроки хотят ее выбить, но многим не удается это сделать, а я, в принципе, эту краску, да и сильно-таки не хотел, но она мне упала. Вот так вот как-то у нас получилось, поэтому сегодня надеемся, что что-то тоже такое годненькое упадет.
И открываем 5 контейнеров. И кристаллы точно прибавились. Это значит, что что-то будет. Двойной урон. 10к кри. И 50 батареек. Блин, ну ё-моё. Я думал, что-то хорошее мне выпадет все-таки с этих 10 контейнеров. Но упала только одна красочка. И эта красочка космос. Как-то вот так вот получилось. 50 батареек, в принципе, вообще ненужное для меня приобретение, если можно так выразиться. Так как, если вы смотрели мои ролики, то знаете, какое количество у меня их имеется. Голдов мне, как ни странно, не упало, хотя я думал, что сегодня они мне так вот дропнутся. Но почему-то их не было, возможно, с открытием халявных кейсов, которые будут уже у нас завтра, может, что-то мне и выпадет. Ну, а в принципе, данный ролик подходит к концу. Если вам понравилось данное видео, то обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Также оставляйте, ребятки, свои комментарии. Пишите по поводу данного спецпредложения, нравится оно вам или нет. И, в принципе, можете написать свое мнение по данной анимированной красочке. Я думаю, что она очень-таки красивая, и многим игрокам она понравилась уже. Безусловно, мне она тоже понравилась. Ну а данный ролик подходит к концу. Всем спасибо, ребяточки. Пока.